Специально к 75-летию Химок администрация округа объявила о старте фотоконкурса «Химки. Город красоты». Начиная с этой недели, любой желающий может принять в нем участие. Для этого необходимо в отдел по СМИ прислать или принести лично фотографию с изображением Химок. Номинации три: «Город красоты», «Пейзаж», «Лица нашего города», «Портрет» и «Жизнь кипит», «Жанровое» или «Репортажное фото». Есть и специальная номинация «Юность Химок». Здесь жителям предлагается поискать в своих фотоальбомах старые добрые черно-белые снимки, на которых запечатлен город прошлых лет, начиная с его основания. В каждой номинации предусмотрены поднноминации «Профи», «Любитель», «Мобильное фото». Это для того, чтобы принять участие в конкурсе могли как можно больше человек, независимо от наличия специальных навыков и техники. Не менее серьезные требования к работам. Все они должны быть сделаны собственноручно или лично принадлежать участнику. Более подробно о других условиях конкурса можно узнать на официальном сайте администрации adamhimki.ru или по телефону отдела пресс-службы 8-985-276-2808. Электронный адрес выведен на своих экранах. Звонить с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов. Также на сайте можно скачать образец подачи заявки. Принимаются они до 31 июля включительно. Все победители получат призы, а их работы будут размещены на выставке, которая пройдет в День города.